Всем привет! Утро начинается с футбола. Это привычная аксиома для любого тура Мелбет первой лиги. И в туре по номерам 15 с самого утра мы с вами отправляемся в прекрасный город Красноярск. Здесь сегодня Енисей на своей излюбленной арене принимает саратовский «Сокол». Один матч у него был в первой лиге в прошлом сезоне, в сезоне 2022-2023. Ну и сейчас Ярусов появляется, готовится подача, следует навес, опаснейший момент. На второй минуте создает хороший шанс, поддерживает команду на выезде. Здесь атака Енисея, шанс, отличный гол! И забивает Енисей, но все к этому и шло. Отличается Андрей Окладников, 1-0. 13 минут потребовалось, даже чуть меньше Енисею на то, чтобы отличиться. Начинали с создания моментов, подача, еще один момент и гол! Андрей Окладников, 18-я минута и снова головой, но на сей раз после розыгрыша стандарта забивает 75-й номер Енисея. Два быстрых мяча оформляет красноярская команда. Раздорских. Заброс с правой, диагональный. Дальше Стежко. Красиво. И 3-0. И 3-0. И Енисей еще один мяч забивает головой. Вот это уже, конечно, мягко говоря, серьезный вопрос к обороне «Сокола». Ну ладно, один раз упустили Окладникова. Такое бывает. Но когда третий мяч из примерно похожей зоны забивает Енисей, и на сей раз отличается Масловский. Сейчас посмотрим за этой атакой. Можно пробить. Удар! 4-0! С ума сойти, что же происходит в Красноярске? Александр Ломакин аккуратным ударом, ударом от штанги, доводит счет до разгромного. 4-0. Передача. Бабаев. Ну-ка, это шанс для «Сокола». Момент сумасшедший. А какой классный футбол мы с вами смотрим. А моментов-то сколько? Сейчас очень симпатично мячом владеет. Передача, вот он момент. Момент, удар, рикошет и гол. И забивает таки «Сокол», забивает саратовская команда. 4-1. Здесь серьезнейшие вопросы у футболистов Енисея к главному арбитру. Никакой игры рукой мы не наблюдаем в исполнении Данила Яшкова. Абсолютно чистый гол саратовской команды. Серия рикошетов. И это 4-1 в исполнении Артема Молодцова. Подача. Момент. И здесь «Сокол»-то мог забивать. Еще один гол. Ломакин. Мягкий заброс. Опаснейший эпизод. И можно было забивать, потому что идет вот такой футбол. Прострел. Ох, как же здесь не забили. Ничего себе. Атакует Енисей. Красиво. Очень красиво. И это 5-1. 5-1! И вновь возвращает Енисей преимущество в 4 гола. И как-то очень спокойно, согласитесь, Енисей забивает этот пятый мяч. Бабаев, классный пас. И можно сыграть под второй темп. Бабаев, удар! 5-2! Владлен Бабаев. Ну вот неспроста мы с вами его хвалили. Бабаев и сам, в общем-то, начинает финальную фазу этой атаки, разгоняя наступление через левый фланг. Ну и затем открывается под передачу уже в штрафную. 5-2. Дисциплинированно действительно команды играют. А вот этот момент, а можно забивать! 5-3! 5-3! Забивает «Сокол». А расслабленность Енисея только приумножается. Только приумножается. И все это приводит к забитым мячам саратовской команды. Бабаев и дважды Яшков. Вот таков итог этого насыщенного и интересного матча. 5-3. Енисей дома побеждает «Сокол» не без проблем, но все же забив 5.